Здравствуйте, с вами Мусулега Елена. Сегодня я приготовлю сливочную панакоту с киви. Залить 30 грамм желатина 100 миллилитрами холодной воды. Нагреть 500 миллилитров 20% сливок до горячего состояния, не кипятить. Растворить 50 грамм сахара, 1/3 чайной ложки ванильного сахара, 100 грамм белого шоколада и набухший желатин. Вылить в миску и поставить в морозильную камеру на 10-15 минут. Размять 3 киви. Взбить миксером. Выложить киви на дно бокала и залить желе. Отправить в морозильную камеру на 10 минут. Выложить слой киви и залить желе. Поставить в холодильник на 20 минут до полного застывания. Сливочная панакота – это простой и вкусный десерт. Для прослойки можно использовать любые фрукты, которые вам нравятся. Обязательно приготовьте панакоту своим любимым в День Святого Валентина. Смотрите мои рецепты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Мусулега Елена.